Всем-всем доброе утро, друзья. Прекрасного утра. Солнечного, как у нас, вот. Ой, подуло чуток. Но сегодня, может, терпимо будет, кто его знает. Может, подняться ветер опять. Но сегодня уж точно потеплее, чем вчера. Я вчера с утра резала кур, и очень холодно было. Куртку одела, шапку. Сегодня без этого верхнего. Тоже иду сейчас. Покормлю их, тоже пойду резать дальше еще. Осталось у меня 7 голов бройлера. Сегодня еще 3, завтра 4. И все, и финиш. Очень довольна курочками. Прям честно. Первый раз взяла. Но очень довольна. Очень рада. Говорю, может, в следующем году возьму чуть больше. Взяли для пробы. Хорошая птица, проверенные люди. Из 25 два падежа только было. Без антибиотиков, там ничего не давал, абсолютно ничего. Только чектоник там несколько дней, и все, и воду, зерно, комбикорм сначала, все. Это рассказывали те, кто, может, не пробовал, или не знает, или хочет попробовать, не знаю. Ну и чего не стоим, не кушаем, ходят туда-сюда. Вот они вот эту травку так любят, так любят. Ну встали бы да поели. Ладно, всем пока.